Так, уважаемые подписчики, позвольте совет, чтобы получить максимум нужной вам информации по вашим вопросам, почитайте внимательно книги Малахова. Поверьте, там все есть. Это Гульден или Гольден. Не дергайте понапросто человека. К таким нужно относиться очень бережно. Спасибо, спасибо за это. Действительно, конечно, читайте побольше, там очень много информации есть, практически на все ваши темы. Вот если тема как-то будет непонятная, вы сообщайте, и мы будем вместе искать и устранять эти темные и узкие места. Ну а так, пока я, знаете, вот сейчас, в данный момент я вообще работаю над книгой о первом олимпийском чемпионе по тяжелой атлетике. Возможно, он и первый олимпийский чемпион вообще Советского Союза, об Иване Удодове. Вот, я так плотно подсел, занят, надо много информации узнать, надо там поездить и прочее, прочее, прочее. Человек удивительный. Алексей отвечает: уважаемый, мы ведь не в двери к нему стучимся, не по телефону названием. Если Петрович это докучало, не снимал бы каждый день видео. Да, и действительно, знаете, вот я, если бы я не снимал бы видео, возможно, я бы там писал, продолжал бы газету или еще что-то, потому что я так не могу сидеть. Вот. И в газете, возможно, было более там интересны какие-то темы, но тем не менее, вот знаете, как бы сказать, жизнь, она распоряжается по-своему, и если поступают такие вопросы, которые вас волнуют, вот, ну, если я знаю, я на них отвечаю. Вот, поэтому я говорю, значит, пишите, общайтесь, рассказывайте о моем канале, ставьте там лайки, майки и так далее, чтобы этот канал действительно, если вы чувствуете, что он несет полезную информацию, чтобы он занял достойное место в интернете. А так о нем никто не знает, например, о сайте Малахов Про, что там выставлена моя библиотека бесплатно, что там выставлены мои газеты бесплатно. Раньше до этого они там платная была подписка, а теперь бесплатная. Ну,